Знаете, просто пользуйтесь этим инструкцией. В инструкции по единовым лампам на кабинете, чтобы их пользоваться нельзя быть от того. При их технологии нужно браться. Но почему? Кто может слышать? Решил провести эксперимент и посмотреть, что будет с лампой, если взяться за толбу камер, включить ее и оставить аккуратно. Почему нельзя браться за толбу и велосипеда? При работе галогеновая лампа открывалась до высокой температуры, не менее 160 градусов. Если у нас в столбе нет никаких повреждений, даже самых температур, то нагрузка не происходит равно. Вар, из которого сделана стрелка, может выдерживать эту температуру, если на ее поверхность планина чистота. Температура в той области 20 будет значительно выше, и поэтому столба начнет сомневаться. А в некоторых случаях может даже произойти. Если лампой может значительно снизить, если она будет перена. Если внутрь пациента лампы падает, они тоже могут привести к отверстию. Поэтому при установке лампы нужно подключаться. Но если катастроф включаем например, полбы, то убрать с нее предмет можно спасти. Нужно намочить им салфетку и протереть. Но вернемся к эксперименту. Я взял две лампы. Одну из них расследовал. Вымотал, то есть затрагивался пальцами, чтобы достать. Запитал эти лампы от блока питания. Напряжение в момент было 13,7. Эти лампы горели 4,5. Та лампа, которая была загрязнена. Даже не печально. Она так и продолжала гореть, как и другая. То есть все загрязнения, которые на ней были не причинены. После того, как лампа загорелась, попробовали еще объяснение, которое присутствовали на стенде кубика. Далее решил опустить эту лампу в отравленное масло, чтобы уже подсветить полку и понять, могут ли загрязнения. Подал на лампу питательную. Она загорелась. По мере того, как посмотрел на полку и загрязнение, появлялся дым и масло загорелось. Спустя 10 минут дым пропал. Масло выгорело. Через 2,5 часа лампа продолжала гореть. Выключил ее, я посмотрел. Никаких повреждений не было. Лишь немного потемнело полу. На ней не понимали. В общем, сильно навредить лампе мне не удалось. Пол бы не расплавил, и сгорели не было. Видимо, лампа не сгоряла, что причисто из-за загрязнения. На видео эксперимент показан в полной подробности. Просто, блядь, на раскаленном.